Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией моего видео, но только информационный характер. Друзья, сегодня хочу поделиться с вами новинкой. Вышел на просторы интернета новый букс по сбору Ethereum. Называется ETH Coin ADS. Еще пользователи только 136 человек. Выводов, конечно, еще ничего нету. Значит, здесь написан Pair, но в кабинете Pair нет. Там есть только Perfect Money. Возможно, в дальнейшем как бы его добавят. Но здесь особо такого и нет ничего. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, email два раза, пароль, пин-код, повтор пин-кода нет. Пин-код, сюда дата рождения, ваш пригласитель, разгадываете капчу, ставите везде галочки, нажимаете регистр. На почту вам придет электронное письмо, нужно будет подтвердить адрес электронной почты. Вот, мне письмо пришло в папку спам. Языка здесь только вот английский, на русский никак. Вход хотите по имейлу, хотите по логину, ну и пароль, конечно. И попадаем в кабинет. Вот здесь, смотрите, еще как такового и нет ничего. Два человека. Вот здесь как бы мини-чат такой. Значит, майн баланс на вывод, пуршаз, это рекламный комиссионный трафик и USD-валет. Далее что? Нас интересует вывод. Минимальный вывод отсюда, ну, с основного баланса. Здесь вот, как видим, Perfect Money, Coin Payment и Faucet Pay. Это какая-то криптовалюта, но и на Perfect Money можно выводить как бы в долларах. Значит, вот это баланс на вывод. У меня 70 Ethereum вот этих сатошиков, и минимум на вывод всего 35 тысяч вот этих Ethereum сатош. Сюда будем прописывать сумму, пин-код, который указывали при регистрации, и нажимать вывод. Пока здесь ничего такого нет. Далее что? Самое важное, идем вот здесь, вот где вот я установила аватарку, сеттинг. Больше здесь нам ничего не надо. Главное, сеттинг, вот этот, настройки. И по желанию можно установить аватар. Заходим вот в эту графу. Платежные реквизиты прописываем. Perfect Money. Здесь, значит, кошелек, который привязан к Faucet Pay, Ethereum и Bitcoin. Значит, это, я так понимаю, в дальнейшем биткоин еще будет. Прописываем сюда пин-код, нажимаем сохранить. Я это все только потом сделаю, я только зашла. Далее что, на чем здесь мы будем зарабатывать? Вот здесь кликаем, вот где вот доллар нарисован, ПТС. И вот здесь такая вот у нас рекламка. 3, 6, 9, 12 рекламок по 10 секунд. Кликаем. Далее на зеленую вкладочку нас перебрасывают на страничку рекламодателя. И ждем, когда таймер отсчет. Разгадываем легкую капчу. Нажимаем send. Закрываем. Все. Так, таким вот образом просматриваем рекламку. Далее что? Трафик оферовал видео. Видео у меня не показывает. У кого показывает, можете просматривать 10 видео. И я так понимаю, при помощи VPN это все запрещено. Раньше когда-то давно это с админом, помню, переписывались, администрация нам разрешала, но это было очень давно, несколько лет назад. Сейчас это у них строго запрещено. Далее, реклама. Можно заказывать рекламку, смотреть даже баннер. Почем это у нас здесь? Я в таких рекламах, в проектах очень, друзья, хорошо реклама идет.
А здесь у нас самое... Ага, 30 дней здесь. Ага, а здесь вот 7 дней. Здесь 37 дней. 50 тысяч всего. Угу. КТС-ка самая дорогая. Наверное. 1000 просмотров. Это у нас выходит 140 тысяч. Сама мало. Ну да ладно. Можно работать просто на вывод. Далее рефералы. Здесь будут отображаться прямые рефералы. Кто на бесплатной основе. Здесь максимум вроде как 50 рефералов всего. Так, вот здесь баннеры и реферальная ссылочка. Реферальная ссылочка также находится и на домашней страничке. Значит, вот реферальная ссылочка, здесь баннеры. А баннеров вроде как и нет пока. Я не вижу баннеров. Вот. Ну ладно, потом знать. Но он только вот стартовал, только запустился. И я вот бегом вам сообщаю. Далее, мани депозит. Это по желанию, кто будет делать апгрейд или же рекламить свои проекты. Вкладочка вот трансфер есть. Что у нас здесь по трансферу? С майн баланса можно на Purchase баланс, трафик и на USD. Можно переводить. Далее, что еще? Комиссион на майн баланс Purchase. USD валет у нас что здесь? Ну, а USD на майн баланс. И на рекламный баланс. Так, ну все основное я вам как будто бы показала. Вывод я вам показала. Вот здесь тоже, как я сказала, на домашней страничке есть реферальная ссылочка. Вот у меня уже 140 вот этих Ethereum сатошиков. Кому интересно, пользуйтесь. И здесь вот написано 26.09.20. Ну, то, что я зарегистрировалась. Вот. Кому интересно, присоединяемся. Будем работать, зарабатывать. Как будет, что выводить. Естественно, я запишу видео по выводу. И, друзья, забыла я вам сказать еще, показать апгрейд. Апгрейд здесь два вида. Вот Silver и Gold. Мы на стандарте. Здесь все это прочтете. Посмотрите. Вот максимум реферал. Как я поняла, 50 рефералов доступен пакет, а остальные по 100. И вот здесь я посмотрела, сколько 0.3045, это 15 центов, ну 16 центов, да, как бы у нас курс, как всегда, плавающий, то вверх, то вниз, пусть будет 16 центов. Я считаю, это недорого. И вполне возможно, что я сделаю апгрейд. Вот. Вот такой вот бус. Вот теперь уже все. Всем удачи. До новых встреч.